Снова здорово, господа, на связи Роман, канал Fritz and Games, у нас Arctic Anxiety версия 0.28. И случилось у нас непредвиденное, а именно игра обновилась. И ты спросишь, а что в этом плохого? А я тебе скажу, что фактически ничего, все классно, добавили новые возможности, убрали ненужные возможности, но прикол в том, что они затерли сохранение. И это самое-самое печальное. То есть сохранились мы буквально на самом начале. Это плохо. Соответственно, что мы с тобой делаем? Мы с тобой делаем back, то бишь exit. И начинаем, наверное, новую игру. Давай, new game. Delete saves. Окей, хорошо, это опять у нас самолет будет падать, мы это пропускаем, наверное. А, мы не можем это пропустить. Очень плохо, я расстроен. Я сел записывать, нажимаю загрузить игру, смотрю, какая-то палатка. Думаю, блин, ну не та палатка, мы же в прошлой серии нашли с тобой новую красивую синюю палатку на других островах. Думаю, ладно, заново перезайду, может я нажал что-то не то. Опять захожу, нажимаю загрузить. Опять такая же херня. Ну нету у нас просто-напросто старого сохранения. Я расстроился, побежал в Steam, естественно, смотреть, что как. Мне говорят, что вот версия 0.28. Рекомендуем начать новую игру. Я думаю, ну у вас, конечно, прикольная рекомендация. То есть вы тупо затерли у меня сохранение и пишите, рекомендую начать вам новую игру. Конечно, супер, бомбически, классно, прямо вообще заебца, когда есть два конца. Вообще все хреново, короче, получилось. Я не люблю заново начинать игры. Мы, конечно, не так далеко ушли. У нас уже есть кое-какие-то понятия о этой игре. Не так уж и много, но тем не менее. Я беру зажигалки, воду и скотч. И нажимаю Start Game. Сказали, что появился выбор уровня сложности у новой игры. Но, судя по всему... А, вот... Normal, easy, hard. Тяжелый. То, что мы с тобой до этого играли, это, оказывается, был тяжелый уровень сложности. Вот, сейчас мы с тобой поиграем на нормале. И давай начинаем выживание. Блин, ну, честно, не обессудь, не ругайся, что это все, конечно, заново началось, но по-другому у нас абсолютно никак не получается, потому что товарищи-разработчики где-то что-то допустили, короче, какой-то косячок, и нам придется начинать с тобой немножко заново. Но мы долго тупить не будем, мы с тобой сейчас разжигаем костер, мы с тобой лутаем быстренько плот и сразу же отправляемся на другие острова, потому что на этом данном острове мы уже все с тобой поделали, все с тобой видели, то есть именно здесь нам делать уже с тобой нечего. Кроме как, естественно, запилить нам плотецкий. Ну и костер поставить, потому что мало ли, сколько нам здесь придется времени провести. Но я надеюсь, что мы до первой ночи с тобой все по красоте сделаем. Так, еще один камень мне нужен. И три бумаги. Но три бумаги это не проблема, потому что здесь были коробки. Вот, пожалуйста, коробка раз. Есть. Коробки теперь можно нынче рвать. Для того, чтобы создавать рожек для костров. Так, нитки это нам тоже пригодится. Кстати, не открылся почему-то нам рецепт. Довольно-таки странно. Потому что в прошлый раз нам рецепт рюкзака открылся, когда появились нитки. Так, а костер я пока не могу. Костер, потому что почему? Потому что. Так, это я пока перекладываю. Еще один камень, вот он прямо под ногами у меня валяется. Вот так вот, давай. Костер мы пока поставим. Но разводить его не будем. Не имеет никакого смысла абсолютно. Да ладно. Хорош. На, есть. Так, отсюда краску мы заберем. Знаешь зачем? Затем, что я ее хочу сразу сюда закинуть. Хорошо, побежали коробки быстро лутать, не будем мы с тобой тупить, мы прекрасно знаем, что нам надо и где оно плюс-минус находится. Вода у нас с тобой, собственно говоря, есть. Можно, конечно, еще найти пожрать, вот это топливо, кстати, пригодится. Как много книг. Прям вообще интересно. Еще одна карабасина. Мы с тобой плавали на самый ближайший остров.
Я думаю, что с этого выживания мы с тобой пойдем уже на другой остров. Не будем мы плыть на ближайший, мы поплывем на какой-нибудь дальней или по средней удаленности. Вообще бы на самый дальний сплавал, но это надо много с собой воды, им надо с собой много еды для того, чтобы плыть на самый дальний остров. Потому что плывем мы долго, персонаж мерзнет, персонаж голодает, и он фактически помирает. Вот, кстати, коробка разорвана уже есть. Отлично, но это не я делал, если что. Так, краска. Краска, еда, биф мы с тобой берем, батарейки мы с тобой берем, мы найдем фонарь по-любому, я верю в это. Так, вот у нас открылись веревки, это хорошо. Вода у нас жалко не стакается, это плохо. А что так мышку колбасит? Что это ты, мышка? Тряпки по-любому возьмем, бумага нам не нужна. Тряпки, кстати, сюда можно засунуть. Персонаж у нас хочет пить. Единственное, меня что смущает, это наполнение желудка. Оно, с одной стороны, вроде как правильное, а с другой стороны, мне кажется, оно не нужно в игре про выживание. Ну, я не знаю почему, но опять же, разработчику виднее. Мне кажется, что оно вот вообще ни разу. Это что упало? Не понял. А, банки краски теперь так просто падают, да? Смотри, очень много теперь коробок просто рваных появляется. Это плохо. Урезали вроде как выпадение лута различного. Количество коробок в принципе порезали. Что, конечно, сказывается. Так, клей есть. А чего у нас еще нету? Почему у нас рюкзак не открылся? Леску мы нашли, клей находили. Скотч находили, веревка у нас открыта. А может, нам надо скрафтить хотя бы одну веревку, чтобы открылась? Давай канистру возьмем. Что у нас открылось? Ничего. Идешь-ка ты нахер. Но для канистры нам нужна еще пустая банка. А что, коробки закончились? Все? Серьезно? Настолько жестко порезали количество коробок? Да ладно. Прямо охереть. Прямо что-то как-то сильно жестко, по-моему, порезали, да. Пилюли пока никак не используются. Ага, а крафтить-то некуда. Ну, давай вот это сожрем. Что, не доел? Блять. Нам веревку и так надо делать. Во, открылся рюкзак, супер. Так, идешь сюда, ты идешь сюда. Леска у нас там есть. Ага. Ладно, допустим. А как у нас плот открылся в прошлый раз? Я примерно помню практически все ингредиенты. Нам надо с тобой что? Нам надо с тобой взять доску. Доска точно там участвовала в этом всем действии. Веревка, тряпка. Блин, да мы вроде уже все это находили. Странно, почему плот не открывается? Так, где доска моя? Дайте мне доску. Игра. Что не, по-моему, сильно дико лут порезали. Вот этот скотч я не помню, для чего он нам нужен. Но, по-моему, кстати, как раз-таки для плота и нужен. Нам надо такого, по-моему, 5. Это если я ничего не путаю. Но для чего-то мы его точно собирали. Ни одной доски. Или я проглядел? Как так-то? Ни одного поддона, ни одной доски. Как мы плот будем собирать?
Конечно, изобилие лута это плохо, но и его дикое отсутствие это тоже хреново. Так, вот есть, все, плод появился. Да, сюда смотри. Теперь мы можем это выкинуть. Отлично, давай плод собирать. Опа. А, точно говорили, да, что появился контейнер, в котором мы можем хранить вроде как... Что? Вроде как до 15 предметов мы можем с тобой теперь хранить лута в этом контейнере. Все предметы будут храниться у нас исключительно в контейнерах, либо в палатке. То есть, если мы с тобой в коробке что-то будем хранить или рядом, то оно будет пропадать. Поэтому нам контейнер придется с тобой сделать. Но опять же, он требует 10 досок. 10. Это очень много. 10 досок, а что еще? Гвоздь. Ну, гвозди, ладно. Гвозди это херня. Поэтому его, конечно, можно было бы сделать, но не знаю. У нас в палатке пока много места с тобой. Мы можем туда спокойно выгружаться, там все хранить. Главное, чтобы не слетали больше сохранения. Это самое обидное. Ну что, если еще хоть раз слетят сохранения, я заново в третий раз эту игру начинать уже не буду, точно. Она, конечно, неплоха, но не настолько хороша. Копье. Стоит делать копье? Ну, не знаю. С одной стороны, надо. Но с другой стороны, вроде как мертвую рыбу и так на берег прибивают. Вот, кстати, заметь. За эту серию мы еще ни одной с тобой мертвой рыбы не нашли. Может, ее тоже порезали, почикали. Так, ну еще карабасина. Не, давай все-таки сделаем копье, ну его нафиг. Потому что с голоду помирать вот вообще ни разу не хочется. Так, еще тряпки, еще клей. Еще клей, конечно же, почему бы и нет. Тряпки это веревки. Но заметь, когда есть некоторые базовые знания, то оно уже как-то проще и быстрее получается. Не то чтобы намного, но тем не менее. Мячик. Не знаю, для чего он нам нужен. Конечно, прикольный. Но его даже не с кем покидать. А, все, мы остров обошли. Хреново. А где лутаться еще? Ждать новых коробок? Я понятия не имею, когда они заспавнятся. Вот это, кстати, мне пригодится. Блин. На 13-й минуте игры я понял, что нам делать больше нечего. Так, это живая рыба. Это все живая рыба. Ну, давай я сюда, по крайней мере, немного скину. Так, тряпки, 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 тряпки. Это сюда. Книги выкидываю, тебя выкидываю, тебя выкидываю. Батарейки тоже выкидываю. Не понял. Папир. Так, ладно, ладно, ладно. Ну пошли еще походим, побродим, слушай. Будем надеяться, что нам быстрый респаун коробок, потому что иначе... А, вот это, кстати, нам надо. Так, вот хорошо. Давай смотреть, насколько быстро спавнятся новые коробки. Если спавнятся быстро, тогда вообще без вопросов. Это старая коробка, точно. Во-первых, она открытая. Во-вторых, здесь пустая бутылка воды. О, хорош. Есть. Так, переполнился инвентарь. Сюда досечка, сюда. Есть. А, сюда не надо. Ой! Сорямба, случайно. Ага, все, отлично. Это раз, два, я выкидываю. Все, смотри, уже новые заспавнились. Шикарно. Ладно, тогда вопросов, в принципе, нет. У матросов нет вопросов.
Угу. Изолента мне такая не нужна, не нужна. Да, отстань. Веревки, тряпки, гвозди, то есть это такой ходовый материал у нас сейчас, то есть тряпки и до этого был, в принципе, ходовый. И сейчас же... Ой-ой-ой, как ты красиво. Жалко, что вы все развалились и рассыпались к чертям. Так, мы тебя вскрывали? Да, вскрывали, понял. Еще одна новая коробка, пацаны, давайте еще. Почему-то у нас усталость не кончается. Вот что я заметил. Да, на канистре подпрыгнул, если что. Так, ты кто? Ты доска. О, хорош, новая коробка. Как писал Алексей, игра сделана как? То есть мы с тобой днем бегаем, ищем, лутаем все по максимуму, а ночью мы с тобой, естественно, спим, дрыхнем, отдыхаем. Ну, так и будем пробовать делать. Сейчас мы будем лутать по максимуму, будем оббегать этот остров, наверное, по кругу раз 20. А иначе по-другому быть не может. Книги. У нас есть 10 книг на базе. Что такое? А, мерзнуть начал. На эссы нормально согреемся с тобой. Водицу. Водицу я возьму. Тряпку я тоже возьму, пожалуй. Ну, слушай, почти собрали рюкзак. Уже неплохо. Кстати, вот это можно добрать, забрать да есть. Ага, новые рецепты открывать не собираешься? Все. Торчкан, да-да-да-да-да, хорошо, я знаю, что мы торч открыли. Торч, он же факел, если что. Я знаю английский, я тебя научу. Так, вода. Ты мне не нужен, желтый, 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 погоди. А, не, не такой желтый, вот этот желтый. Вот этот желтый. Так, это я могу сделать. Дальше клея еще немножко. Ой, еще один желтый, хорош. Веревка сюда. Шикарненько. Когда ищешь только определенные ингредиенты, оно как-то немножко даже побыстрее получается. Вот это тоже, кстати, можно пооткрывать. Краска. Опа, клей. Еще один тюбик клея, пожалуйста. Спасибо. Так, есть. Все. Все остальные коробки, там должны быть исключительно тряпки. Игра, слышала? Давай договоримся. Ты мне тряпки, я тебя не удаляю. Я тебя дальше играю, если ты мне будешь давать тряпки. Вообще под заказ, если будешь давать ингредиенты, то было бы отлично. Выносливость начинает заканчиваться. Кстати, у нас персонаж проголодался, а я еду все выкинул, да? Плохо. Ну выкинул в каком понимании? Я ее выкинул в лагере, поэтому ничего страшного в этом нет. Сейчас консерва упадет, мы ее быстренько перекусим. Опа, тряпка. Так, консерва. Я сказал консерва. Где консерва там? Подожди. Игра, ты ничего не попутала? Мы же вроде как за консерву с тобой добазаривались. Ой, тряпки, хорош. Ну, правда, из-за тряпки мы тоже, кстати, разговаривали. И еда пошла. Клей, клей. А мне нужен еще один клей? Нет, мне клей больше не нужен, игра. Отлично. Ну все, одна веревка, а одна веревка это у нас две тряпоньки. Так, ты он пэк. Ну, мы перекусим с тобой чутка. Есть. Ну все, осталось только немножко... А, нам 30 тряпок еще на плот надо. Да это уже плохо. 30 тряпок это овер много. Я повторно проверяю наши коробки, потому что мало ли я что где пропустил. Я же мог в легкую. Тем более, что я же читаю комментарии. Там где-то пропустил, там что-то не дочитал, там где-то не доглядел. Поэтому я лучше еще разок проверю. Тряпки. Давай тряпки. Клей, нахер клей, давай тряпки. Отлично. Есть. Ага, здесь уже тряпки не нужны. Тряпки вот сюда бы. Блин, сюда еще три веревки же надо. Крафт, избавляясь. О, тряпки. Хорош. Сюда. Подожди. Подожди, игра. Да ну хорош.
как? Так, это у нас есть. Допустим, с копьем мы порешали вопрос. Теперь нам надо также продолжать делать веревки. Нам их надо сделать 3. И 30 тряпочек. Ну, что хотя бы с едой вопрос плюс-минус решили. Рыбку-то, думаю, мы поймаем с тобой. Давай мы сразу в руки возьмем. Если что, вдруг резко отправимся с тобой на рыбалку. Так, я вижу новую коробку. Мне еще нужен скотч специальный под веревки, который называется packing tape. Упаковочный. Упаковочный. Вот он, упаковочный. Вот сюда. Вот еще один упаковочный. Надо еще один. Ага. Воды много не бывает. Воды я буду брать всю, которую я буду находить. Вспомню, потому что в первом прохождении у нас с тобой были некоторые трудности временами по воде. Недооценил я нужду водяную. Слушай, а если я мячик проткну, его можно проткнуть, интересно? Хуй там. Его проткнуть нельзя. Ладно, допустим, погнали, еще пару кругалей даем. Где у нас солнце? О, хорош, еще можно ходить, ходить и ходить. Так, а если я не буду уходить с этого острова, новые коробки будут появляться или нет? Может, мне обязательно надо уйти именно с этого острова, чтобы новые коробки появились? Так, присядем, отдохнем. Хорош. Вот так долго сидим. Погоди, а 6 досок? 6 досок есть. Не, слушай, наверное, нам надо было уйти с этого острова. Нет, нет, смотри, падает все-таки. Либо это заново прорисовывается все то же самое, что и было. Либо все-таки что-то новое спавнится. Но пока ни одной новой коробки нет. Да не, нету ни одной новой коробки. Слушай, это все ерунда. А, не, есть. Да, есть новая коробка. Хорошо, но всего одна. О, о. Сколько еды-то подперло сразу. Оставлю еще на следующей веревке. Да ты че? Упаковочным скотчем так как закидала меня игрулька. Прям хорош. Мне знаешь, что меня еще немножко смущает? Один поддон был, и мы его и то сломали. Но не было... А, всего один поддон, да. А нам их надо... Два. Два поддона и четыре бочки. И новый поддон, кстати, не появляется пока что. Это плохо. Может быть, поспим, лут будет лучше, больше. Может быть, когда мы поставим заготовку под плот, игра поймет, что вот надо то-то, 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 и она нам это даст. Вполне может быть. Я не знаю, как здесь выстроена механика. Но коробки, тем не менее, спавнятся довольно-таки исправно. Угу. Опять тряпки перестали падать. Дай тряпок. О, спички. У нас есть зажигалка, но я спички тоже возьму на всякий пожарный. Ну, мало ли вдруг что, не знаю что, может произойти такого. Но пусть будет. Потому что я опять зажигалку потеряю. Это все пустые коробки. Так, угол срезаем. О, одна новая вот эта. Блин, вот эти капли пота меня немножко раздражают, если честно. Они какого-то реализма особо не дают. Но мешаться мешаются. Сколько нам надо веревок? Две. Гвозди, гвозди, гвозди. Я не помню, на что нам там еще нужны будут гвозди, но наверняка на что-то понадобится.
кстати, а контейнер? Вот куда гвозди нужны будут. На контейнер. Найдем доски, соберем себе контейнер, поставим рядом с палаткой. Ну, пока по досочкам что-то хреновенько, брат. Еда у нас не кончается, вода у нас пока не кончается. Ладно, пошли до дому, сгоняем. Опа, стоп. В смысле? Хорош. Мое, кушать буду. Пойдем погреемся немножко. На пол баночки. На одну баночку краски погреемся. Так, есть. Это я заберу, это я заберу. Это я делаю вот так вот. Так, use your hand. В смысле? Раз. Два. Так, все, сидим, греемся. Ждем, когда рыба приготовится. Воду мы сейчас всю повыкладываем. Пусть в палатке лежит. Одну бутылочку с собой возьмем. Мне этого хватит. Почему у нас усталость падает? Мы вроде как отдыхаем, согреваемся. Что не так? Перевес? Есть. Есть. Супер. Пошли. Так, сюда, 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 сюда. Да, это перевес сказывается. Ну все, по весу у нас все отлично. Нам осталось тряпочек поискать. Давай присядем, посидим. Не восстанавливается выносливость. Хорош, почему? Ты чё? Ну, вроде восстановилось немного. Странно. Ну, я в любом случае согрелся, могу отправляться в далекие-далекие дали. Там новые коробки наверняка появились. Может, мы спать хотим, кстати, как вариант. Но спать мы не можем, еще солнце-то в зените, куда мы, нам спать-то? Если я сейчас лягу спать, то 100% мы проснемся ближе к ночи. А по ночи ходить, ну, вообще ни разу не вариант. О, а вот и доски, кстати. Это то, что мы с тобой поддон сломали. Раз, два, три, четыре. Блин, всего 6 досок еще. Охереть не встать. Казалось бы. Казалось бы, но нет. Так, ты доска? Ты доска. О, новая коробонька. Так, это нам пригодится. Еще одна дощечка, отлично. Блин, кстати, контейнеры надо будет проверить, на плот можно поставить контейнер или нет. Хотя с другой стороны, зачем нам ставить контейнер на плот? Что-то с собой перевозить, а зачем? На островах, в принципе, достаточно много лута, на всех других, кроме этого. Этот остров маленький и по луту такое себе. Остальные это острова большие, там целые архипелаги. О, тряпоньки пошли. Ой-ой-ой. Игра, ты что творишь? Охереть, вот это ты гонишь, игра, прекрати. Так жестко, больно, крепко, нельзя так делать. Ты посмотри, что творит с нами игра сегодня. Просто охереть не встать. Она сейчас, наверное, нам выдала тряпки и все. Теперь дальше ни одной тряпки не будет в течение нескольких суток. Притом не игровых суток, а реальных. Опа. Дощечка еще одна.
Так, две доски осталось где-то. О, вот это карабасина, хорош. Коробка. Это не коробка, это целый... А чё так мало в ней места? Тут должно быть не то, что в три ряда, тут должно быть в 10 рядов всего всякого разного интересного. Блин. Мне еще две доски вроде как надо. Ах ты ж сука, ну ты провоцируешь меня, ну явно провоцируешь. Поддон я пока не буду разбирать. Он нам пригодится по-любому. Когда мы будем с тобой плод собирать, я буду бегать как срана улька и искать, где бы мне найти поддон. А он у меня есть. Я его с собой буду теперь таскать. Есть, хорошо. Контейнер сделали. Ой, баун тяжелый, конечно. Ну что поделать. Так, а где у нас проход-то на наш остров? Я думаю, поддон скинуть нам куда-нибудь к палатке поближе. Блин, все, выносливость заканчивается. А если присесть отдохнуть? Не особо. Потому что, во-первых, персонаж хочет спать, во-вторых, у нас перевес небольшой. И это не из-за того, что я как дурак с поддоном бегаю. А потому что у нас, в принципе, много всего. Но плод мы еще с тобой не доделали. Вот у нас тут и бочки есть. Давай я тебя сюда поставлю, вот так вот. Полежишь тут, ладно? Тут три бочки, один поддон, то есть мне еще один поддон надо и еще одну бочку. А контейнер мы с тобой сделали. По большому счету мы можем добежать до нашего лагеря, поставить контейнер для того, чтобы... Что я вижу? Ты тоже это видишь? Поддон. Хорош. И коробка не открытая. Полная тряпок. Вот я прям чувствую, что она будет полная тряпок. Да. Почти. Почти. Еще чуть-чуть и было бы да, но нет. Давайте я тут положу, чтобы игра знала, что я тебя тронул, задел, и ты никуда не делся, поддончик мой. Ой, жопа болит сидеть уже. Так. Карабасик есть? Карабасиков нету. Это старые, хотя вот эта коробка, которая торчит... Еще один поддон, хорош. Ну, судя по всему, да, игра чувствует, что вот-вот мы соберем плод, и она нам подкидывать поддоны начинают. Это классно. Давай-ка тебя. Тряпки пошли, батарейки. А, фонаря-то у нас нет, батарейки есть, а фонаря-то нет. Так, почти. Игра, ты уже чувствуешь, да, что вот. Две целенькие новенькие коробочки. Из магазина одежды. Очень много тряпок здесь. Да. Но всяко разно лучше, чем ничего. Выбрось. Кстати, мне интересно, вот вроде обновление обновлением, да, выходит, а почему нельзя бутылки заполнять дождевой водой? Я уж не говорю, что там какой-нибудь опреснитель добавить в игру, а именно дождевой водой, потому что здесь даже есть подсказка, что ты типа можешь пить дождевую воду из бочек. А почему я не могу наполнять бутылки дождевой водой? Здесь уже опять же встает вопрос. Конечно, не сказать, что дождевая вода прям супер чистая, но тем не менее, всяко разно лучше, чем соленая из океана. Ой, стоп, не туда. Блин, ну чуть-чуть осталось, ну 6 тряпочек, 6. Блин. Как?
Ладно. Пошли контейнер поставим. Мы не можем бегать с контейнером. Плюс у нас персонаж хочет кушать. У нас там как раз рыбка есть немножко. Перекусим с тобой. Где солнце? Да бля, оно, по-моему, вообще не дергается. Так, надо присесть, посидеть. Промокли. Ну, естественно. Додумался. Жопой в океан уселся. Ну, это, конечно, да. Я знаю только одну причину садиться жопой в океан. Это чтобы пописить так, чтобы никто не видел. Ну, ты так не делай. Других причин сесть в жопой в океан я особо-то не знаю. Охладить зад, когда подгорают? Ну, разве что. Все, у нас персонаж вообще уже выносливость не собирается нисколько. Даже если чисто вот так присесть. А нет, смотри. На 3 шага. На 4. Но это несерьезно его мучить. Блин, спать он, конечно, хочет дико. Но пока не начнет темнеть, спать мы с тобой не пойдем. Температура? Температура еще у нас посередке, так что нормально. Давай мы с тобой контейнер поставим вот как-нибудь. Ну давай, чтобы симметрично. Что-то типа... вот так. Есть, контейнер поставили, но пока мы туда ничего ложить не будем, потому что у нас есть палатка. Так, гвозди сюда. Рыбы я кусок заберу. И перекушу, малеха. А, все, у нас переполненный живот. Так, ладно, веревки мне надо делать, веревки мне не надо делать. Соответственно, я могу вот эту гадость тоже переложить, чтобы с собой зря не таскать. Рыбу я пока буду брать с собой. Погреться. Погреться-то нам на самом деле не надо. Но нам надо бы... Скажи мне, я тебе скажу. Просохнуть. Это не из-за того, что мы с тобой бухали очень много, а из-за того, что у нас промокла одежда. Вот зачем эта умная станция включилась? Что в ней умного, если я даже не называл, команду не сказал? Может, она на команду просохли отвлекается? Откликается? Так нет, вроде. Не бухали. Нет, тоже нет, не знаю. Блин, долго у нас персонаж обсыхает. I will retire. Нужна вода или сон? Я устал, нужна вода или сон? А как вода со сном связана? Типа, водички ёбнул и все, сон прошел? Ну это глупости какие-то. Такого не бывает. Блин, не могу поесть, полный желудок, охереть. Блин, короче, братан, ты очень долго обсыхаешь. Вот прям реально очень долго. Ну как? Только вот-вот, только половина. Пошли, нам надо веревки найти за эту серию. Ой, веревки, тряпки. Потом мы с тобой еще просохнем. Ничего страшного с тобой не случится. Главное, просто запомни, жопой в воду не садись, и все будет хорошо. Кстати, будем идти обратно, нам знаешь, что надо будет сделать? Нам надо будет поймать одну рыбеху, потому что мы ляжем спать, с утра мы захотим пожрать, а пожрать будет абсолютно нехую. Соответственно, у нас уже должна быть приготовленная рыбка. Приятно же, когда просыпаешься, а у тебя уже жрать накрыто. Ну это прям великолепно. Куда ты поскакала? Тряпки мне давай, уже 39-я минута игры. Нам надо заканчивать, а ты мне тряпок не даешь. Надо-то всего их 6. Ага, то есть ты хочешь, чтобы я в тебя еще немножко поиграл, да? Ну ты же помнишь наш договор. Ты мне даешь то, что я тебя прошу, я в тебя играю и не удаляю. Помнишь? Ты его нарушаешь. Ничего не буду брать из коробок, только тряпки. Гвозди, нет. Это тоже нет. 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 Не, еду возьму, ладно, хуй с тобой. Ты умеет уговаривать, слушай. А чё не так? Почему я опять бегать-то не могу? Алло.
Да, окончательно уже сон дает о себе знать. Блин. Хреново на самом деле, очень плохо. Какие-то звуки, как будто бы инопланетяне где-то летают. Так, ты новая коробка? Ой, ты новая коробка. Так, ты не ты, 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 ты. Да блядь, ну серьезно. Ты решила поиздеваться надо мной под конец? Ты смотри, я тебе что-нибудь, файлик какой-нибудь удалю к чертям. Блин, ну песос, давай еще поедим. Так, еще малеха поели. Не, не могу бежать, слушай, все. Конец, приехали, приплыли. Это плохо. Это очень плохо. А солнце у нас все так же... Да, оно не шевелится вообще. Что мне говорят? Определяй время по солнцу и по луне. Так, а смысл, если солнце не шевелится? Луна-то еще хоть как-то шевелилась. Солнце-то вообще не шевелится. Вот оно поднялось вверх, и все, и там наверху находится. Мы где-то с тобой на экваторе, что ли, или где? У меня персонаж реально очень хочет спать. В нижнем правом углу, заметь, вот три буковки ZZZ. Это типа храпит. Но уже все, там 25% осталось из 100. Одна. А мне надо 6. Ой, хорош, еще 3. Так, две тряпочки. Давай в этой коробке все, последние две тряпки ты мне даешь. И мы по красоте расходимся. Две. Игра, я тебя все-таки люблю. Но ведь можешь, когда хочешь. Но ведь можешь, серьезно, можешь, можешь. Но какого хера ты так редко хочешь-то тогда? А где у нас бочки-то были, чтобы далеко не таскать? Так, там бочки. А где мои поддоны? Кто спиздил мои поддоны? Спрашиваю. Я вас. Серьезно? Не, поддонов нету, все. Почему, кстати, в этой игре нельзя создавать самому поддоны? Вот это довольно-таки странно. Ротет. А, его еще крутить можно. Ну хорошо, допустим. Так, а если я уберу вот так вот стоп-юз? У нас намного меньше стало веса, но он все равно не бегает. Это, видимо, из-за усталости. Это, видимо, уже все. Предел его физической нагрузки. О, поддон. Давай здесь плот поставим. Два поддона. Хорош. Короче... Какой план действий? Сейчас я ставлю здесь плот. Именно вот таким вот образом. Сейчас я его покручу парусами вот сюда. Вот так вот. Есть. Поставлю я его немножко подальше. Вот так вот. Поддоны мы с тобой давай вместе закинем. Раз, два. Бочки я уже, естественно... Бочки я уже принесу за кадром. И следующую серию мы с тобой продолжим уже выспанное, уже с плотом, и отправимся на следующий остров, на какой-нибудь дальний. А вообще напиши в комментариях, на какой остров ты хочешь, чтобы мы отправились, насколько далеко. Сейчас камера подзависнет, пока сохраняется, все. Вот, поэтому если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и до новых игр.